Привет, Рой! Ну рассказывай, как там наш план? Все отлично, Полли. Почти уже готово. Осталось дождаться Спуки и его груза. Я надеюсь, он не опоздает. И не проболтается Эмбер. Давай ждать его. Пум-пум-пум-пум. О, Эмбер, а что ты тут делаешь? Дай мне скорее проехать. Привет, Спуки, а что ты везешь? Что там в прицепе? Я не скажу тебе. Дай, пожалуйста, я проеду. Ух, какой противный. Надеюсь, я не сильно ее обидел. Но мне надо ехать к ребятам. Привет, парни. Я привез недостающий элемент. Так, выгружаю. Ах да, я по дороге встретил Эмбер. И пришлось ее немножко обмануть. Надеюсь, она не сильно обиделась. Давайте скорее закончим с нашим сюрпризом для нее. Вот, посмотри, Спуки. Ух ты ж, какой большой шар. Да, мы 2 дня его собирали, чтобы он получился разноцветный и большой. Сейчас осталось только веревку привязать. Так, стойте здесь и запускайте шар, а я поеду за Эмбер. Ух, какие мальчишки противные, не буду с ними дружить теперь. Эмбер, привет, поехали скорее за мной. Я не поеду, у вас вечно от меня какие-то секретики. Никаких секретиков, только сюрприз для лучшего друга. Тогда поеду. Ух ты ж, какой он огромный! Вот это да! Надеюсь, ей понравится. Ведь она у нас одна девчонка в команде. Ого, ребята, у вас получилось запустить его. Ну что вы хотели мне показать? О, вот это да! Гигантский воздушный шар! Спасибо, парни! Мы надеемся, что ты не сильно нас обиделась. Да, мы не хотели от тебя скрывать ничего, но тогда не получился бы сюрприз. Спасибо, это самый лучший сюрприз в моей жизни. А можно я его отпущу в небо? Так. Лети, лети, шарик. Все выше и выше, лети. Как здорово. А в темноте он будет светиться яркими огонечками. Да, Эмбер, и это все мы делали для тебя. Надеюсь, наш сюрприз удался.